Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня, девчонки, по вашим просьбам, сегодня у нас рубрика по просьбам телезрителей. Просили сумочку спицами, потому что большинство моих зрителей, я так поняла, вяжут только спицами. Некоторые из них не умеют вязать крючком. Я пообещала там в комментариях поразмыслить, девчонки, пока мой мозг пришел только на авоську. Пока, но я обещаю вам и сумку. Так что сегодня у нас авоська. Вот такие вот два мотка у меня завалялось. Видео будет быстро. Значит, 100% акрил. 100 грамм, 147 метров. Довольно толстые и очень искусственные. В общем, девчонки, вот зайдете в магазин, вот так вот пробуйте. Если в руках скрипит и вам противно, значит, это самое оно на сумку. Вот такие вот спицы для вязания вот такого вот, для вязания шнурка, который мы будем использовать как ручки. 4,5 миллиметра, можно 5 миллиметров. Круговые. Набираем петли. 51 петлю я набрала, девчонки, и теперь вяжу чулочной гладью. Провязала я 12 рядов чулочной гладью. Теперь переходим на основной узор. Основной узор. Кромочную снимаем, провязываем одну лицевую, делаем накид. Вторую петлю меняем местами с первой, вторая поверх первой, и провязываем 3 петли вместе. Делаем снова накид. 1 лицевая, накид 3 вместе со сменой петель, меняем местами вторую и первую, и провязываем 3 петли вместе. Накид, лицевая, накид и снова 3 вместе. Чередуем таким вот образом: 3 вместе, накид, лицевая, накид, 3 вместе, накид и так далее. И последние 3 вместе в первом ряду: накид, лицевая и кромочная. Изнаночный ряд вяжем изнаночными. Так, девчонки, и второй ряд, вернее, третий, это третий ряд, как бы узора, второй изнаночный. Снимаем кромочную, провязываем 2 вместе. Делаем накид, лицевая, накид. То есть в третьем ряду у нас лицевая над вот этими тремя вместе. А здесь у нас, где была лицевая, мы провязываем 3 вместе. То есть чередуем. Вот это, по сути, весь наш узор. Лицевая, накид, 3 вместе. Накид, лицевая, накид, 3 вместе. И вот этот вот узор мы вяжем. И в конце ряда, вот видите, у нас получается накид, накид, лицевая, накид и 2 вместе, но вторую с первой меняем местами, чтобы поверх вторая поверх первой, провязываем вместе, чтобы у нас была красивая косичка. Вот и все, вот весь наш узор. Таким вот образом продолжаем наше вязание вверх. Нарисовала схему, девчонки. Провязала я здесь 54 ряда основным узором. Сантиметры пока не меряю. Здесь у нас 12 рядов, да? Так, вот наша основная вязка. Далее вот это я вот так вот обозначу. Вернее, чулочная гладь. Вот наша вязка. Всего 54 ряда. Сейчас, конечно, оно плохо видно. Девчонки, не пугаемся. Сантиметры я тоже пока не меряю, потому что мы все это будем разутюживать. Теперь я вяжу свободно, вы можете взять потолще спицы, в общем, приспосабливайтесь. Далее будем делать вот такие вот скосы. Скосы я буду делать таким вот образом. Перехожу на чулочную гладь. Здесь вот 2 вместе после кромочной и далее лицевыми петлями. Так, в конце ряда, когда у нас остается 3 петли,
Я меняю местами вторую с первой, вторая поверх первой, и провязываю 2 вместе. То есть в начале ряда мы делаем 2 вместе, и в конце ряда. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями, в следующем лицевом делаем снова такие же сокращения. Вот так вот продвигаемся, будет оно у нас сокращаться. Я убавила 5 раз по одной петле, всего здесь 10 рядов. Теперь я буду добавлять, вот они мои скосы. Теперь будем делать добавление точно таким же образом после кромочной в начале и перед кромочной в конце. Я буду делать воздушную петлю, кромочную снимаю, делаем воздушную петлю и вяжем до конца ряда, и в конце ряда то же самое. Добавление мы будем делать 5, то есть всего добавим 10 петель, 5 раз в начале и в конце, в каждом лицевом ряду, чтобы восстановить то количество петель, которое у нас было. Так, и в конце ряда перед кромочной я делаю воздушную петлю, изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями. Так вот, девчонки, я добавила 5 раз по одной петли, то есть я восстановила те петли, которые у меня были. Видите, вот он наш выклиненный. Здесь я криво нарисовала. И здесь у меня 5 раз по одной петле, еще 10 рядов. И теперь продолжаем далее первого ряда узора, как я вам показывала. Кто помнит, вяжет. Кто не помнит, возвращается в видео и начинает отсюда. То есть от той, вот как я, как видео у меня есть, после вот этого я объясняла узор. Далее мы вот ровно такую же часть вяжем ажурного узора. Вот, мои хорошие, смотрите, я уже прям довязала все, думаю, что я буду, потому что вторая часть у нас полностью дублирует первую, но только в обратном направлении. 54 ряда основного узора я провязала и 12 рядов чулочной глади в конце, и все петли закрыла. Вот видите, по размерам я пока ничего не меряю, потому что я буду это всю эту сумочку разутюживать в самом прямом смысле утюгом. Вот так вот красиво я ее разутюжу, потом все измерю. Так, девчонки, вот смотрите, я разутюжила. Теперь я вам рассказываю про размеры в готовом виде. Здесь у меня высота вот от сгиба до самого верха 45 сантиметров. Видите, и ширина 40 сантиметров. Вот это здесь у меня не влезла эта часть. Ориентируйтесь, что вот это соответствует этому. Просто у меня не хватило бумажки дорисовать эту часть. Я ее вот так вот дорисую, чтобы вы визуально понимали. Теперь, что мы делаем теперь? Да, что хотела еще сказать. Если вы хотите ее меньше, не такую огромную, тогда просто не вяжем здесь 54 ряда, а вяжем, допустим, 44. Да, вот эту часть уменьшаем и ширину набираем меньше 5. Вот и все, все нюансы. Теперь складываем лицевой стороной вовнутрь, и буду я сшивать. Но сшивать будем, вот смотрите, вот эту часть мы не сшиваем, мы начинаем сшивать от дырчатой части. Отсюда и до конца. И другую сторону точно так же. Я буду брать вот так вот за кромочные и сшивать за кромочные. Хотела по-другому, но нет, буду так. Так вот сшиваю до конца и вторую сторону точно так. Так вот, смотрите, сшила я боковые швы, такая вот она у меня получилась. Я вывернула просто посмотреть, и сейчас знаете, что я буду делать? Я буду подшивать вот эту вот, вот этот отворот вверху, который у нас 12 рядов. Я вот так вот прям до вот этого дырчатого узора складываю пополам и пришиваю. Вот эту дырочка нам нужна открытая для продевания ручек, для того чтобы мы продели ручки.
Так, вот такой туннель мы делаем для ручек. Один, вот и второй. Вот поэтому мы не зашивали до конца, чтобы у нас вот здесь вот так все красиво. Чтобы у нас были вот эти дырки. Теперь вторую загибаю. Я специально начала оттуда, чтобы не делать здесь узлов. А просто вот так вот передвинуться. И вот они, видите, два входа будут у нас для ручек. То есть два туннеля. Шью вот так вот по кругу, пока не вернусь сюда. То есть все вот это подшиваю по кругу. Так, мои хорошие, вот смотрите, как это выглядит. Видите, я подшила вот такие два туннеля у меня. Теперь слушаем внимательно. Связала я вот два таких шнурка из 6 петель. Шнурок не сшитый. Как его вязать? Вот сейчас вот здесь появится ссылочка. Либо здесь, либо под видео. Оставлю ссылку. И еще в конце видео. Есть у меня отдельное видео, как связать шнурок. Этот шнурок связан из 6 петель длиной 50 сантиметров, повторюсь. Не буду я показывать два раза одно и то же. Это есть на канале. Перейдите по ссылочке и посмотрите. Так, что я с ним делаю? Вот я буду протягивать в эту дырку, в этот туннель. Таким вот образом. Я здесь оставила подлиннее ниточку, видите, специально, чтобы сшить этот шнурок. Ее я продеваю в иглу и сшиваю. Здесь, по сути, нам не нужно большой красоты, да, нам просто достаточно крепко сшить, потому что мы ее потом проденем сюда, протянем вот этот шов. Просто довольно крепко, чтобы, ну, у нас потом не порвалось в неожиданный момент. Так, теперь я просто передвигаю вот так вот. Чтобы спрятать шов. Вот, одна ручка у меня готова. Так, вот это тоже надо обрезать. Откуда у меня эта нитка? Так, видите, теперь я то же самое делаю со вторым туннелем и продеваю туда вот эту вторую ручку. Ну вот, девчонки, видите, протянула я обе. Вот так вот выглядит моя авоська. Здесь, понятное дело, оно будет стягиваться при носке, а когда нам нужно залезть в эту сумку, то мы просто растягиваем. Вот так вот. Вот такая у нас авоська получилась. На сегодня это все. Так, вот такая у меня авоська. На сегодня, девчонки, это все. Вот она довольно симпатичная. Мне нравится. Не знаю, как вам, а мне понравилось. Вот. Сегодня я с вами прощаюсь. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, подписываемся на инстаграмчик. Ждем следующих видео. Могу сказать, что сейчас еще уже в процессе, уже вяжу рюкзачок маленький, спицами такой цветной маленький, из серии простых вещей, простых выкроек. Так что ждем скоро на канале. Вот. Ну все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.